В Сургуте появится новый детский сад, построенный за счет средств инвестора. Сейчас готовность объекта оценивается в 60%. Об этом доложили губернатору Югры Наталье Комаровой на прошедшем совещании по строительству социальных объектов в округе. Ходом строительства глава региона осталась довольна. В конце апреля объект прошел проверку жилстройнадзора. Сейчас там должны приступить к отделке помещений и подключению инженерных коммуникаций. Встроенный-пристроенный детский сад на 80 мест в городе Сургуте. Он также строится за счет средств инвестора-застройщика. Пока, как мне доложили, работы ведутся в соответствии с графиком. Планируемый срок ввода объекта — декабрь 2018 года.